вами Лиза, и вы на канале Лиза и Тошка. Немножко у меня подвисает игра. Сегодня мы будем играть в эту игру, и я вам расскажу... Отойди. Расскажу начало старта моего YouTube-канала. Я не помню, рассказывала я или нет, вроде как нет, но в общем рассказываю. Началось это все с того, что как бы я вообще не хотела снимать. Нет, у меня было... Давно-давно-давно желание снимать на YouTube, там, все такое. Когда я была как достаточно маленькая, мне было 7 лет, ну, 7 лет мне было, это 3 года назад было. У меня была подруга, которая снимала в Лайк. Мы с ней пока не друг, ну, как бы сейчас мы с ней не общаемся, но все равно. Снимала в Лайк. И я не знаю, что это такое, она меня просто попросила... растянуть слайм, тогда были актуальны еще слаймы. Она меня попросила растянуть слайм, я растянула, и, в общем, как я сейчас поняла, она снимала в Лайк. Сейчас она снимает в ТикТок или куда, я даже не знаю, как, её, как бы сейчас, какой у нее аккаунт. Так вот, началось это все с того, что моя подруга, моя ЛП, все ее знают, все, кто давно пришел на мой канал, ее знают. Это Даша. Та самая моя ЛПшка, с которой мы играем, снимаем. То есть это та самая ЛП, которая всегда в основном появляется в моих видосах. Что хотела сказать? Так вот, она мне посоветовала приложение под названием Snapchat. Я туда очень долго снимала, ну, то есть как не аккаунт, то есть как выкладывала. Я просто снимала чисто для себя. И у меня там было очень много видосов. Скачала я его где-то в наверное, в октябре, в сентябре, где-то так. Где-то, ну, около октября, наверное. В сентябре, но около октября. И снимала до марта. Почему до марта? Потому что 8 марта, где-то так, меня взломали. Даже нет, не 8 марта. Да раньше меня взломали. Я не знаю, как меня взломали, я заходила в Snapchat, хотела только что-то, просто захожу в Snapchat, меня сразу выкидывает. То есть это вообще непонятно, что это такое. Просто начинает выкидывать. Я долго пыталась, я переустанавливала, все равно одно и то же. В общем, решила переустановить, это было, когда я уже начала на YouTube снимать, я опять скачала, и в общем, в этот раз у меня просто не было звука. То есть с ним какие-то у меня глюки, причем у других все ок. Так вот. Я долго не решалась и скачала приложение под названием Zoomerang. Zoomerang я снимала довольно тоже долго, ну как долго, нормально. И 17-го я создала YouTube-канал. Я хотела создать раньше, я в марте планировала где-то 8-го, нет, не 8-го, где-то, ну, 9-го, 10-го создам. Но я побоялась все-таки начинать, потому что все-таки это будет как непросто... снимать, как бы, как под звук, а как ты будешь снимать на публику, то есть, что скажут люди, что вообще будет, это страшно, капец. Я потом узнала, конечно, что много таких людей, которые так снимают, ну так вот. Мне было реально страшно снимать, но я в итоге 18-го я решилась, потому что все-таки мы едем в путешествие 18-го. Я тогда сказала, что на 3 подписчика, мне прям это запомнилось так, что на 3 подписчика я сниму. Ну, скажу, куда мы летим. А я такая с рюкзаком взяла и ушла. Можете посмотреть, отлистать назад. Сначала старт там видео, которое... Можете посмотреть, просто... Она мне помнится, капец. А я тогда в школу собиралась, я во вторую смену училась. И как бы я перед школой встала, начала снимать видосы. Потому что как только я бы вернулась из школы, сразу бы мы взяли просто все рюкзаки и уехали бы. Сразу почти поехали, в аэропорту у меня было куча видосов. И круто, что ты как... Это не только воспоминания сохранилось, но это сохранилось и на YouTube. В воспоминаниях, конечно, это все больше сохранилось, ну ладно. На самом деле, много чего я не выкладываю. Вот я снимаю, например, видео на YouTube какие-нибудь. Не на YouTube, просто из жизни у меня есть видосы, которые я снимаю, думаю, ну блин, круто будет потом выставить. Например, как я катаюсь на гироскутере. Кто не знал, у меня есть гироскутер. Мне его подарили прошлым летом. Круто. Я наконец-то научилась на нем кататься.
Так вот, у меня, например, на гироскутере, как я езжу на том, как куда-то хожу. Я постоянно, я как бы я выкладываю короткие видео, но не всегда. Это большая редкость, когда я выкладываю короткие видео. Ну, как бы, нет, небольшая редкость. Большая редкость достаточно, когда у меня появляются видосы с разнообразием. То есть, где я не дома, а где-то там в деревне, допустим, да? Очень редко бывает такое разнообразие. Или где-то в городе там. Нет, как бы все окей. У нас город рядом, просто в основном целыми днями я сижу дома. Вот, но скоро я пойду в лагерь. Не, видосы будут, наверное, только после. Не, будут видосы, только я смогу их выкладывать вечером. Это получается, начиная с понедельника, заканчивая... Ой. Ну, короче, 2 недели я буду выкладывать только по вечерам видосы. Я буду... Надеюсь, я смогу много снимать всяких интересных, как мы пойдем в киноху, там много чего. Так что вот. Ждите. Проду. Вчерашние видосы, которые я сказала, могу выложить, я уже их не могу выложить, я их удалила, потому что у меня игра зависает. У меня зависала игра и все остальное, поэтому вот. И не говорила еще этого, но, в общем, вы видели мои видосы из, как бы, шортс короткий, где я с кем-то там танцую, с кошкой Ланой, допустим. Это все постанова, это понятно. Не может быть такого в Роблоксе, потому что, ну, это нереально. Хотя хотелось бы. Вот. Это нереально. Но и поэтому, что я хотела сказать, постоянно забываю. Вот. А, не надо мне скидывать. И поэтому это все понятно, что постанова, это видно. Нет, это не видно, может быть, даже. Но либо это, знаете, это как либо фотошоп, либо это нарисовка. Нарисовали хорошо. Либо это же все-таки снималось в каком-то приложении. Это было в Роблоксе, в режиме. И кому лень искать этот режим и делать коллабы и писать ники, можете просто мне написать в комментариях ники. Тем, с кем хотите сделать, например, можете написать «Я хочу с тобой, мой ник», например, или нет. Или напишите «Я хочу с моей ЛП, допустим, ее ник, мой ник». И все. Допустим. И все, я вам сделаю все по красоте. Кстати, я забыла сказать. Я, когда сказала, у меня было видео короткое, где я говорила про шортс. Типа у меня там это было, собственно, видео. Где я говорила про график. То я там немножко ошиблась. У меня есть, конечно, и Телеграм, но в Телеграме... Зачем вам я в Телеграме, когда есть ВКонтакте? Во. О. Я есть ВКонтакте, можете меня поискать, конечно. Там много человек. Но я думаю, так на 320 человечков на моем канале котиков я скажу, как можно меня в ВК найти. Я абсолютно всех добавляю. Я и в Роблоксе. Если вот есть люди, которые ну, не могут добавлять, да, потому что у них много человек в друзьях. Я это понимаю. И очень неудобно, когда у тебя много человек, например, когда у тебя мало друзей. Это, конечно, плохо. Тебе не с кем дружить. Я буду добавлять в любом случае вас. Ну, как бы, если вы захотите, конечно. Можете написать мне ник. Желательно, чтобы вы сами нашли меня в Роблоксе и кинули мне заявку. Вот. Вот такие новости. А, я думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.